Бери деньги и за работу. Вроде подходящий. Он станет ценным членом команды. Этого хватит? Не беспокойся. У нас еще будет возможность собрать команду больше людей. Думаю, они нам понадобятся. Держим курс на Мегариду. Долгий путь способствует отдыху, но ведь это не по нам. Если захочешь развлечься, почитай мой судовой журнал. Я записываю все, что представляет интерес для отважного капитана.
изменила Грецию. То спартанцы и афиняне, то разбойники и пираты. Боги, спасите нас от самих себя. Да, видишь, остров? Афинские корабли перекрыли путь к бухте! Весла на воду! Замедляй! А ну, шустрее! Там в воде что-то есть! Можем поднять на борт! Медленнее! Это все ветер! Враг готов к бою! Вперед! Они набирают скорость! Будут таранить! Афинский пес Перикл боится вас! Прячется в Парфеноне с драматургами и софистами! Он не смеет выйти к нам, сразиться на поле боя! Он знает, как вы сильны! Он знает, что дни афинян в Мегариде сочтены! Он знает, что дальше черед Афин!
ты. Ты прорвал блокаду Афинян. Они мешали мне. Спарта перед тобой в долгу. Тюхи улыбнулась тебе. Ты подоспел как раз к великой победе моего отца. Если Николаус твой отец, значит, мы с тобой братья. Тебя ударили по голове во время боя? О чем ты говоришь? Волк мой отец, так же, как и твой. Глупость. До того, как он принял меня в свою семью, у него было двое детей. Оба погибли в Спарте. Кроме того, что стоит перед тобой. Ты почти провел меня, но я не вчера родился. Поговорим о том, зачем ты здесь. Какой наемник станет воевать, если ему не заплатили? Скажи, зачем ты на самом деле здесь, пока я не зарубил тебя? Я хочу увидеть волка. Это не так просто. Николаус командует всеми войсками Спарты. Если это и впрямь твоя цель, мне придется огорчить тебя. Ты точно тут за все в ответе? Что-то ты не похож на спартанца. Возможно, мне стоит пойти к Николаусу. Пожалуй, чувство юмора – это не то, что нужно наемнику. Но мне пригодится твоя помощь, если ты не прочь подзаработать. Корабли уничтожены, но Мегарида по-прежнему в руках Афинян. Чтобы дать им бой и оттеснить врагов в Афины, нужно ослабить их позиции. Как успехи в войне? Блокада Афинян должна была помешать нашему продвижению в Мегариде. Теперь мы вытесним их отсюда раз и навсегда. Лазутчики выясняют, кого нужно убить в первую очередь. Под предводительством Волка мы победим. Твой отец, кто он такой? Николаус, волк из Спарты. В детстве я впечатлил его своим мастерством, и он взял меня под опеку. Он сам тренировал меня и в конце концов принял в свою семью. Он мой отец и наставник. Он будет гордиться мной. Ты ведь слышал о нем? В основном слухи. Вряд ли они справедливы. Он умелый воин. И великий полководец. Я бы отправился за ним и в царство Аида. Почему для этого нужен наемник? Кажется, вы располагаете множеством солдат. Дело не в размере армии. Мегарцы наши союзники. Мы не хотим вводить войска, пока не будем уверены в победе. Лазутчики уже думают, где нанести удар. Заплати, и я помогу освободить Мегариду. Вы все одинаковы. Ни чести, ни совести. Но лучше, если ты будешь биться на нашей стороне. Афинине уже нашли наемника. Так что им помощь не нужна. Если нам удастся выманить и убить их предводителя, мы сокрушим Афинин на поле боя и заставим отступить. Украв их сокровища, уничтожив припасы и опытных воинов, мы сделаем их уязвимее. Покажи это лазутчикам. Если встретишь их, обязательно узнай, нет ли вестей. Возможно, им будет нужна помощь. Где найти лидера Афинян? Он в Мегаре, под защитой стены целого гарнизона солдат. Но если убить его солдат, уничтожить припасы и украсть богатство, он будет уязвим. Что нужно уничтожить? Все, что пригодится Афининам. Ищи припасы и оружие. Поиски стоит начать с порта Нисая в долине царя Лелика. Первым делом все припасы привозят туда. Это сокровище. Зачем оно вам? Солдатам необходимо платить. Без денег им не захочется гибнуть за чужие интересы. Афиняне хранят свои сокровища в крепости у подножья горы Герания.
Думаю, мне все понятно. Кроме того, не забывай, что с каждым убитым афинским солдатом мы на шаг ближе к победе. А когда я поставлю Афинин на колени, я встречусь с Николаусом. Или ты будешь следующим? Отправь афинских псов к Аиду, Мисти. Сделай это, и волк лично проследит, чтобы тебя наградили. Добраться к волку, нужно помочь Стендеру одолеть Афинин. Не буду терять время. Похоже, лазутчик Стентера. И у него неприятности. Я убью каждого афининина, виновного в этом. Гнусные трусы. Когда они будут мертвы, Стентер поймет, что я достоин. Что тут случилось? Какое тебе дело, Мистий?
Я мастер своего дела. И друг. И что это значит? Будь я замешан, я бы попытался замести следы. Верно. Или это предупреждение? Меня прислал Стентер. Я хочу предложить свою помощь. Ты от Стентера? Спарта не подчинила Мегариду. Мы не ожидали от Афинин такой стойкости. Перед Спартой, да, я уже знаю. Но пока этот славный день не настал, нужно понять, что случилось. У тебя есть идеи? Пока нет. Взгляну поближе и выясню, что случилось. Опытных солдат перебили. Всех до одного. Разбойники бы не справились. Припасы пропали. Убийцы рядом. Они не взяли повозки. Похоже, они пошли сюда, в лес. Здесь больше ничего не найти. Нужно вернуться. Афини не постарались. Я нашел осколки креста. Разбойники. Что-то не сходит. В чем дело? Здесь нет тел. Афиняне забрали бы повозки и свои. Но кто тогда? Не знаю. Тот, кто это сделал, ушел в лес. Вот они. Где-то рядом готовят еду. Можно принять участие в вашем собрании? Что? Что ты? Прошу, уходи! Ну... Я прошел путем, в начале которого были трупы спартанцев и украденные припасы. А в конце вы с этими припасами, укрывшиеся в пещере. Мы забрали еду. Только и всего. Почему бы мне не убить вас и не вернуть припасы? Умоляю, я расскажу тебе все, что захочешь. Более жалких воров я не видел. О, боги, нет! Мы жители Мегары. Прошу, пощади. Так же, как вы пощадили спартанских солдат? Я... Мы невиновны. Герканос? Да, он наемник. Он сказал, что добудет еду, что афиняне никогда бы не позволили своим людям голодать. Объяснитесь. Нет, мы не крали. Это наша еда. И вы решили убить воров?
Убить? Нет. Прошу. Мисти сказал нам, где найти еду. Солдаты уже были мертвы. Хватит. Я не... Время споров прошло. Отойдите. Я не хочу вас убивать. Я должен вернуть припасы спартанцам. Ты сделаешь это только через мой труп. Не надо так. Возьмите часть еды. Я скажу, что вы мертвы, и верну то, что останется. Они будут довольны. Но еда, что будет с нашими семьями? Если вы умрете, им не станет легче. Прислушайтесь и больше не воруйте. В следующий раз за вами приду не я. Да, Мисти. Спасибо. Скорей, берите, что можете, и ступайте. Ну! Хорошо, они не стали драться. Я не в настроении убивать голодающих. Ты нашел виновных? Я нашел ваши припасы и голодных мигарцев. И? Вы лишили их еды. Бросили голодать. Припасы необходимы нам, чтобы освободить Мегару от... Голодные мигарцы вам больше не страшны. Но... Герканос, да? Все это сделал... Эти наемники настойчивы, должен признать. Ты справился, но для защитника Спарты есть еще задание. Что вы задумали? Найти его. Если вы такого мнения о наемниках. Прости, этот человек, Герканос, как заноза в пятке. Хорошо, если он так опасен, награда должна быть достойной. О да, представь, сколько Афины заплатили ему, чтобы он помешал нашим планам. Пожалуй, ты прав. Он может быть где угодно, но скорее всего недалеко от Афинин. Мы отправили... Иногда наемник может быть полезней.
Тебя здесь не ждали! Отвалит мне деньжат!
Давай, вперед! Ah!
меня. Давай, давай. Элла. Давай. Не стоит здесь оставаться.
Кто там у тебя? Тут никого. Кто? Каид ждет тебя. Умри!
Весна витает в воздухе. Напоминает о Спарте. Мегара, столица. Этот человек наверняка здесь.
уже рассказывал, как чуть не лишился глаз? Вот как? Мне ударили рукоятью меча. На! Если заметят, мне не сдобровать. Место наемникам! Прочь! Здесь сюда. Планы Афин нарушены.
Ugh.